Девчонки, я не так давно показывала вот эту вот большую книжку раскрасок по цифрам. Я ее купила, заказывала на сайте Лабиринт. И очень-очень мне понравилось в этой раскраске вот такие вот рисунки. То есть вообще не видно, какое будет изображение. Надо вот по этим цифрам, каждая цифра означает свой цвет, разукрашивать, и только в конце вы узнаете, что же в итоге получается. Мне очень понравилось. Я начала одну картинку так рисовать. Мне очень понравилось. И я думаю, сейчас я поэтапно вот этот вот рисунок мы с вами нарисуем. Я так буду частями рисовать и показывать, что получится. Ну, потому что действительно классно. Давайте посмотрим, как я начала и что же было изначально. Смотрите, как интересно получается. Изображение выходит 3D. Цветов нужно всего 6 использовать. Вот я сейчас еще в 3 пока. Голубой, темно-синий и желтый использую. Потом добавится зеленый, красный и розовый. Я не знаю, что будет дальше, но вот видно, тут еще пробелы. Как бы тут начало уже полностью закончено. А вот тут уже сплошной стеной. И тут уже и зеленый, и желтый, и розовый будет. Поэтому, я думаю, рисунок будет в итоге очень красивый. Но как показать-то лучше? Но настолько интересно. Знаете, у меня ощущение, как будто я вышиваю крестиком. Только еще не знаю, что же будет в конце. Ну, реально интересно. Поэтому оставайтесь со мной, и мы с вами дорисуем до конца. Закончились у меня несколько ручек, придется идти снова в фикс-прайс покупать такие же. Я попробовала заменить на другие, но цвета не смогла найти. Ну, тут видно, да, вот более темно-синий, здесь один темно-синий, а вот здесь вот уже темнее. Это я попыталась позаменять. А желтого такого вообще не нашла. Вот здесь на второй странице тоже немножко разукрасила и желтый заменила уже вот таким. Ну, он тоже желтый, но не такой вот салатовый, как тот. Получилось вот так. В общем, в целом рисунок получается вот такой. Тут как бы 3D такие постройки. Интересно, прям действительно выпуклые, кажется. Издалека даже еще красивее. Но сегодня, может, сходим, закупимся. А вот здесь вот вообще неизвестно, какой будет рисунок, потому что он уже весь в цифрах. Поэтому интересно. Если здесь, смотрите, сколько пустышек было, то здесь получается другой. И вот только с уголка вот оказались такие вот кубики. Вот. Интересно. Так что сегодня сбегаем в фикс-прайс, снова купим такие же ручки, если они там, конечно, продаются. И покажу уже законченный вариант. Решила следующий этап показать. Сейчас так зарисовалась, что... Боюсь, что уже скоро будет видно рисунок. И промежуточный-то вариант не покажу. Вот у меня что получается. Не получилось у нас сегодня пойти на... сходить в фикс-прайс, чтобы купить вот эти вот гелевые ручки, которые были у меня изначально. Очень сильная гроза весь день, дождь. И когда он закончился, фикс-прайс уже был закрыт. Поэтому решила фломастерами. И вот показываю, что в итоге получилось. Сейчас продолжу. Самое интересное, что же потом появится тут на рисунке. Снимаю предпоследний этап, чтобы уже продлить немножко интригу. Мне самой уже так интересно. Но вы знаете, вот сейчас уже так осталось два цвета здесь нарисовать. Это желтый и какой еще? Мне осталось. И голубой, и желтый, и голубой. Ну, видно, что что-то тоже будет выпуклое такое. Но как будто уже понятно примерно, что будет. И нет уже такого вот вау, как это интересно. То есть, вот, как бы основной интерес уже пропадает. Но все равно интересно, чем все закончится и каким будет в итоге рисунок. Единственное, вот так вот у меня этот кусочек желтый недорисованный. Ну ладно, не страшно. А вот этот вот почти. Ну вот тут вот я нечаянно провела, но тут будет голубой, поэтому думаю, будет сильно незаметно. А так и низ дорисовала уже.
Вот так. Закончила я эту разукрашку, что-то она меня немножко разочаровала. Ввиду того, что у нас второй день идет проливной дождь, так не попали мы в фикс-прайс, чтобы вот такой желтый купить. Попробовала другим цветом, но я уже, наверное, об этом сказала. Ну, как-то не так смотрится. Ну, потом, ладно, я ее дорисую. Ну, а вот насчет вот этого изображения. Может быть, надо было более качественные фломастеры, карандаши, и тогда будет как-то более объемный вот этот рисунок. В итоге, в общем, получилось вот так. Но я не успокоилась, я решила еще один нарисовать. Давайте посмотрим, что получилось. Вот этот мне понравился больше. Все-таки тут вот эти кубики, видно, как они объемно стоят. Что их тут много. Вот здесь даже видно, как они тут друг от дружки, друг на дружке, друг из дружки вылазят. В общем, вот так получается. Вот это поинтереснее, не знаю, что будет. Но изначально все равно это вот настолько интересно, что же будет в итоге. И пока не дорисуешь, никак не успокоишься. Если уже сел, то не отрываясь, рисуешь и рисуешь уже там. И спать вроде вчера было пора, прям не могла остановиться, хотелось увидеть, что же получится в итоге. Ну, интересно. В общем, вот такая вот разукрашка. Тут есть разные изображения, разные рисунки. Не знаю, интересно это или нет, но кому интересно, те посмотрели. Кому не интересно, те, наверное, минус поставили, закрыли. У нас сейчас с этим все просто. Вот. Тут еще что-то мелькнуло. А, ну здесь вот такие змейки будут тоже, видимо. Типа лабиринта, что ли. Ну, порисуем, посмотрим. Вот Максимка начал карандашики тут разукрашивать, пока остановился. Потому что мама как забрала, так все и рисовала. Вот так вот. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто смотрел. Кому было, может, интересно. Если думали купить, не купить, ну, тогда вы, наверное, определились, надо вам это или нет. Сама по себе разукрашка интересная. Единственное, нужно все-таки более качественные карандашики или гелевые ручки. Но гелевые ручки, если покупать, то их надо много, потому что быстро они заканчиваются. Вот. Но ими смотрится зато и красивее, потому что вот они видно, да, так все переливаются, и изображение более такое интересное. То есть гелевыми мне понравилось всех больше рисовать, нежели фломастерами. Все, больше не буду томить, а то у меня ролик получается слишком длинный, не все это выдерживают. Спасибо всем за внимание, всем пока!